Приветствую всех на своем канале. Как помочь такому человеку? Ну, даже не то, что помочь, а как вот про психопат, с психопатами, да, был разговор. Вот если психотравма произошла, вот как я вам всегда говорю, пробуйте представить, вот развивайте эмпатию. Я вас не прошу там стать всех психологами. Но раз вы уж смотрите этот канал и вообще эта тема, да, значит, чем-то она вас коснулась. Представляете, если родной это ваш человек, близкий, представляете себя на его месте. Давайте не про то место, что вы как будто бы на войне, но в принципе вы же фильм о войне смотрели, это ужасы эти, да, знаете, да. Ну или травма вот какая-то в детстве произошла, как я вот про девочку в приюте рассказывала. Я же имен не называю, могу примеры привести, потому что ну никак без этих примеров. Вот ну просто никак в жизни. И эти примеры помогают людям как помочь своим родным близким. Вы представляете постоянно, да, почему не касаетесь этих тем, если, допустим, выпивка, ну там выпил человек, естественно, чтобы вот вообще эти темы, ну как можно, допустим, за разговором просто перевести на другую тему, ну обнять человека, как-то успокоить, то есть если человек сам испытывает резкий негатив, ненависть к себе, ненависть ко всем, и вы еще начинаете добивать дальше вот на этот конфликт, нарываясь, да, это все это неправильно. То есть нужно наоборот успокоить, приобнять или положить спать, или попросить вообще предупредить, во-первых, про этот разговор, что... Что такое? Дождь пошел. Всех, ну, допустим, еще раз, да, потому что на кого-то так не повлияло, или кто-то там в другой какой-то точке был, и там думает, вот сошел с ума человек. На самом деле, да, это расстройство, но для того, чтобы помочь, не нужно добивать опять эти темы, поднимать, и нужно их мягко обходить. Ну и как-то стараться, чтобы для человека побольше было положительных эмоций каких-то. Ну, прямо какие-то радости, ведь есть у человека что-то, да, может, даже вот, там, с женой связаны, да. Вот как-то дарить эту радость, побольше позитивных каких-то эмоций. Ну и вот уже, если серьезная такая проблема, нужно обратиться к психиатру, к специалисту, психотерапевту. Сразу скажу, я вообще, конечно, в это не верю, что там излечивание идет, ремиссии какие-то, на препараты тоже на эти подсаживаться не очень.